Всем привет и добро пожаловать в игру Left to Survive. Клановый сезон Сердце Дракона, награда за этапы клана. Хоть какие-никакие, но награды. Пусть клан не суперсильный, но какие-то награды присутствуют, что, в общем-то, хорошо. Если у вас серьезный клан, то, наверное, награды у вас тоже более серьезные. Что мы возьмем? Ну, все ускорим, денежки мы сейчас подзаработаем, заглянем в экспедицию и быстренько-быстренько пройдемся, заработаем немножечко денег, потому что по большому счету есть вроде как улучшения, и надо бы их все начать. То есть надо начать улучшать оружие, которое можно вообще улучшить. По-моему, это супер оружие в основном. И там как раз денег нужно очень прилично на улучшение. Поэтому быстренько завершим. Быстренько завершим экспедицию. Не попал, да? А еще кто-то остался. А! Не дострелял. Хорошо, дальше побежали. Быстренько, быстренько, быстренько. А нам задерживаться некогда. Так, сначала с этим разберемся. Вот с этим вот, пока он там немного туго думает, да? А, как-то вообще прям промазал. Мне не нравится, как они бегают. А тому прям по пятке попал, и он упал. Все, споткнулся и упал. Странно вообще. Этому в грудь, в голову стреляешь, и с одного выстрела не можешь его уложить. А там по пятке попал, и все, на бегу. Ну, видимо, неудачно упал просто. Споткнулся, неудачно упал, ударился. Вот поэтому и откинулся с одного выстрела. Ладно. С тобой разбираемся и с тобой, да? Теперь с тобой... С тобой и с тобой немножечко. Все, отлично. Так, куда он спрятался-то? Ну, все. Я даже не ожидал. Я думал, там слева еще кто-то остался. Оказывается, никого не осталось. Здорово. Так, немножечко денег заработали. За выполненное задание тоже получили немного денег. А здесь, я не помню, осталось у нас какие-то задания остались или нет. Но сейчас, на всякий случай, сделаю автопролет. Если есть задание, получим награду. Если нет, ну, значит, нет. Все равно немножко ресурсов заберем. Они нам по-любому нужны. Пригодятся. Даже 28 расщедрились дали. Хорошо. Я просто не ускоряю ничего, не трачу ускорение, берегу на день труда. Вот, поэтому все потихонечку-потихонечку само по себе строится, апгрейдится. Но, тем не менее, ресурсы по-любому нужны. В общем-то, много ресурсов уходит на любые апгрейды уже в настоящий момент. Все-таки здание уже не первого уровня и стоит определенного количества ресурсов. Лучше, конечно, держать ресурсы, ну, на каком-то определенном уровне. Если уж не максимум, то ну хотя бы так. Награда все-таки есть, плюс нужно купить что-то в магазине, еще будет награда, да?
А что-то купить, например, это... Ну, например, у нас здесь были, по-моему, если не ошибаюсь, да, вот у нас были аптечки, например. Ускорение можно купить, по чуть-чуть. Оставить на следующие дни еще. На следующий уровень продвинулись. Хорошо, теперь у нас есть ключики. Открываем ящики, получаем опять-таки награду. Наверное, может быть и нет. А, всего два ящика, да? Нужно три ящика открыть. А, пока не получаем награду, значит. Суперка, пулемет. Улучшить темп стрельбы. Улучшили, хорошо. На эволюцию ничего не хватает. Здесь больше ничего нету. Старый гранатомет можно улучшить, но, наверное, пока не надо. Я им не пользуюсь, пользуюсь пулеметами, поэтому если можно улучшить пулеметы, будем улучшать их. Здесь пока ничего нельзя улучшить. Старенький пулемет, который, наверное, вообще уже не используется, выведен из эксплуатации. Так, ну тогда можно и гранатомет на всякий случай проапгрейдить. Но тогда получается только так, да? Что с пулеметами? С пулеметами можно улучшать, но не хватает. Не хватает денежек, опять-таки. Но в экспедицию я пока не пойду. Заберу ежедневные награды. 25 ускорений. Мам, дорогая. Хорошо. Так, остается 2 дня на данную. На данный турнир, на Орду. Безумие. Честно сказать, всегда боюсь сюда заходить, потому что на самом деле прям очень жестко как-то зомби прессуют. Ну, давайте посмотрим, на что это будет похоже. Неприятный уровень, долгий. Много зомби. Зомби сильные. А это... А, ничего себе, красивая какая. Красивая, красивая. Так, хорошо. А ее, походу, если я правильно понял, то Крикуна снес подрывник, да? Окей. Хорошо, хорошо. Набираем пулемет. И снова набираем пулемет. Прощай, Левиафан. Там какие-то циферки. А, это циферки вылетают типа урона, да? Так, хорошо. Дробовик пошел в ход. Перезарядочка сюда и пулемет снова. По чуть-чуть восстанавливаем энергию. Кто у нас здесь остался? Кто у нас остался? А, окей, хорошо. Неприятно, неприятно, но... Не подходи ко мне, пожалуйста, у меня нету особо
защиты. Все, отлично, со всеми разобрались. Вот самое неприятное, это, конечно, когда подрывники подходят вплотную. Особенно есть уровни, где там прям начинаешь, и они рядом находятся. Я пару матчей слил на самом деле. Так, халявы особо нету, код есть, но понятное дело, что не супер вообще огромное там количество наград. Но радуемся тому, что дают. Код, собственно, следующий. DF9E45K3, DF9E45K3, окей. Забираем наши награды. На самом деле код давно уже вышел, поэтому, скорее всего, многие из вас его уже активировали, но... те, кто не активировали, добро пожаловать, успейте его активировать. Код действует на самом деле довольно-таки долго. И возвращаемся обратно. А, у нас завершить экспедицию. Ну, давайте завершим экспедицию, почему бы и нет. Деньги все равно нужны там на апгрейд, да. Запустим апгрейд. И вернемся в турнир. Есть возможность еще два раза заглянуть в турнир, ну и посмотреть, во что это выльется. Окей, хорошо. Главное, бочку не задел. А, бочку задел, ладно. Все, всех разнесло. Отлично. Побежали дальше. Быстренько-быстренько. Первый уровень, наверное, самый долгий во всей этой экспедиции. Так. Вот по пятке ему стрельнул, он сразу побежал. Когда нету кровотечения, конечно, получаешь все время урон, потому что они никак вообще не запинаются. Как на кровотечении, когда они там икают. И не могут толком стрелять, потому что у них и коты не проходят. У меня там просто патроны на автомате заканчивались, поэтому, собственно, снайперкой решил добить. Ну, чтобы побыстрее, чтобы без перезарядок и не тратить лишние там несколько доль секунды. Которые, в общем-то, нам важны. Все-таки видео идет. Чтобы оно не затягивалось слишком долго тоже. Кому надо смотреть эти экспедиции по 150 тысяч раз? Ребята, до свидания. А вам привет. Все отлично. Shades of Death. Так, хорошо. Сразу заряжаем пулемет. Ну и плюс забираем, конечно же, награды. Дополнительные денежки никогда не помешают. А, на зарядку пулемет. Становись. Улучшить. А, множитель на всякий случай. Мне хватает на перезарядку. Отлично, хватает. Так, сюда сколько нужно денег? 72. Это попозже. Что с автоматами? Что с автоматом? Тоже можно улучшить. Причем магазин вообще еще ни разу не улучшал. Но я все-таки урон. Темп перезарядка. Перезарядка. Улучшить. На что хватает? Хватает еще на что-нибудь. Темп стрельбы, множитель. Я думаю, что можно, в принципе... Ну, пусть будет множитель, ладно. Пройдем экспедицию. Прокачаем оставшиеся
ячейки оружия. 12 часов, ими башня. Пусть апгрейдится. Нам не страшно. Мы оставим эти все улучшения на день труда, чтобы сразу прям зарядить максимально жестко, проапгрейдить вообще максимальное количество зданий и продвинуться поближе к награде в 100 ускорений. Возвращаемся в турнир. Пытаемся что-то сделать. Ну и потом заглянем в магазин, посмотрим, на какие пазлики, на какого героя нам хватит жетончиков. Вот этот этап тоже не люблю. Здесь прыгуны будут и... То есть прыгуны и зомби всякие разные. Причем, как вы уже убедились, они довольно-таки сильные. Так, я каким-то образом умудрился сбить зомби. Все, отлично. Как раз мне нужно было немножечко жизни восстановить. Я для этого и переключился на автомат. Так, а у нас кто здесь? Прыгун. Отлично, он был сбоку, я его не заметил. А как раз я думал, что здесь был прыгун. Возрождаемся. Вот. Промазал, еще и промазал жизнь. Вот что мне не нравится здесь. Да, я сказал, что будет жестко. Этот этап, не очень приятный для меня. В принципе, мог бы не терять золото. Но, к сожалению, это уже произошло. Срочно набираем пулемет. Срочно набираем пулемет еще раз. Хорошо, пока живем. Пока живем. Прыгун, прыгун, опять прыгун. Если бы можно было так легко и просто с прыгунами разделываться. У нас еще один прыгун, то есть их два. Перезарядочка, быстренько, так. Хорошо, с этим разобрались и давай до свидания. Этап длинный, зомби много. Уже сколько, 3-4 минуты мы на нем находимся, да? Ну что ж, награды получил 20 золотых и 20 золотых отдал. По крайней мере, не потерял бонус. Серию побед и бонус. Но, золото потерял. Так бы мог сундучок открыть, а так не могу ничего. И, собственно, еще раз сюда заходим. В любом случае, неважно, какие этапы будут, будем сопротивляться максимально и пытаться вынести всех зомби. Тоже неприятный уровень.
Пока самое неприятное — это бегуны. То есть пока самое неприятное — это бегуны. Не помню, кто здесь еще будет. Так. Пока никого серьезного. Прыгун. Встречаем прыгуна таким образом. Отлично. Так, хорошо. Немножечко добили его. Все. С прыгунами разобрались. Но здесь они не такие опасные, как на предыдущем уровне. Там просто они то с одной стороны, то с другой стороны. И толком непонятно, кто откуда вообще нападает. Перезарядка не кстати, не кстати вообще перезарядка. Так, нам нужно быстренько пулемет восстанавливать. Пулемет, дробовик, все вообще, все быстро нужно. Отлично, хорошо, ладно. Отлично, шикарно. Слушайте, какой большой и здоровый вообще прыгун. Мне аж страшно стало. Хорошо, что он меня не ударил. А так бы снес вообще на раз, мне кажется, да? Ну ладно, что ж. Энергия вся копится, которая покупается в магазине. Я пока ее не трачу, потому что смысла в этом нету. Этапов очень много. Даже чтобы дойти до 20-го, получить какие-то награды, нужно потратить намного больше энергии, нежели вот это вот то, что у меня есть в копилочке. Поэтому пусть она вся копится. А мы можем заглянуть в магазин и посмотреть, что же у нас есть. А у нас нету ничего. У нас 140 монет, которых нам не хватает вообще ни на что. Даже на книжке, чтобы саморазвиться, не хватает. Какие у нас турнирные задания? Потратить энергии турнира. Ладно, зайти в игру во время турнира, победить разными героями, победить разными героями. Это хорошо. Выполнить мультиубийство. Сори. Выполнить мультиубийство, мне кажется... Это можно делать даже просто в экспедиции. 10 врагов с пулемета, потратить 30 золота. Мне кажется, пулемет и мультиубийство это можно делать на самом деле просто в экспедиции. Мы сейчас это проверим на всякий случай. Турнирные задания. Так, 50, 41, 19, да? 41, 19. Мы идем... Не хочу идти сюда. Мы идем вот сюда вот. Выбираем героя. И совершаем мультиубийство. По-моему, вообще самые первые уровни, самые первые карты, с которых мы начинаем вообще всю игру. А мультиубийство мы будем совершать пулеметом как раз. А было мультиубийство или нет? Мне кажется, на этой карте вообще сложно это сделать. Так.
Я забыл цифры, которые там уже были. Давайте еще раз взглянем на цифры. Что-то с памятью моей стало. Так. 42. Вроде одно было, да? 42-20. Пулемет есть? Есть. И, собственно, автомат есть. Нам нужен пулемет по-любому. Только я не помню, там хедшот или просто так пулемет. А, это снайперка. А почему снайперка? И автомат, да? Нам это не нужно. Нам нужен пулемет на самом деле. Мне кажется, тут сложно вообще на этом уровне какие-то мультиубийства творить. Двадцать два, ой, 42-20, что ли, там было, да? Ну ладно, давайте завершим. Вот тут пулемет как раз есть. Пулемет использую просто на протяжении вообще всей битвы. Так, у нас есть бочки. Бочки нам для мультиубийства нужны как раз. Ну и этот сойдет тоже. Все, используем только пулемет. Есть хедшоты, есть пулемет. В принципе, посмотрим на результат. Так, 23-45. Есть мультиубийство, есть пулемет. То есть не обязательно заходить в турнир. Можно на самом деле ходить по экспедициям и набирать турнирные очки, что в принципе неплохо. Единственное, что, по-моему, монеты, да, монеты, они только за экспедицию, то есть за турнир, соответственно, турнирные очки в клан идут, но монеток не прибавляется, это все только за участие непосредственно в самом турнире. Я думаю, что я на всякий случай, чтобы не пропустить этот момент, заберу все ускорения, а уже гранаты и аптечки, они будут потихонечку докупаться. Там 2 дня, соответственно, даже почти 3 дня. Соответственно, потихонечку на каждый день хватит, чтобы получить награду ежедневную. БК идет. Я, конечно, туда загляну, но, наверное, это вне видео будет, мне кажется. Подгружается долго. Оставим это на попозже. Сейчас заберем просто награду ежедневную за открытие ящиков. Что у нас остается? Матчи ПВП. Вражеское здание в БК. Это я как раз туда загляну для того, чтобы выполнить эти ежедневные задания. И в принципе... На этом, наверное, видео завершается, потому что не хочется его растягивать надолго. Я просто сюда загляну. Наш клан ведет, это хорошо. Против Великой Украины мы выступаем. И у нас здесь, по большому счету, остался отель. Окраина города, я не знаю, зачем кто-то туда заходит. У нас остался отель. Ну вот это я могу атаковать, но я это оставлю кому-то еще. В принципе, я могу атаковать, наверное, вот эту команду. Вот эту команду могу атаковать. Мне кажется, я могу попробовать вот здесь что-то сделать. Хотя я не уверен, но попробовать могу.
Надо на самом деле сюда других героев уже ставить. Посмотрим, что из этого выйдет. По крайней мере, попробуем. Если будет все плохо, тогда... Карта не очень хорошая, мне кажется. Если будет все плохо, тогда... пойду, возможно, на более слабую команду. Хотя бы хоть какую-то принесу пользу. Снайперка. Неприятно, неприятно. Так, ну хорошо, прощаемся с Танюхой. Танюха говорит кря и до свидания. Отлично. Теперь у меня герой, по крайней мере, туда постоянно стреляет. Но нравится ему в огне стоять, это уже его выбор. Это уже его выбор. Так, наверное, тогда вот так вот сделаем, да? Все, отлично. Ну хорошо, я в принципе на это рассчитывал, что я все-таки смогу победить эту команду. Приносим дополнительные очки, что в общем-то неплохо. Вот сюда можно заглянуть. Что здесь на самом деле серьезно? Вот эти вот вроде как не особо, да? Здесь тоже все они такие слабенькие. Вот эта слабая команда, оставлю ее кому-то еще. Здесь мы победили. Здесь, в принципе, мне кажется, он вообще элементарный, с четырьмя звездами, ничего страшного в этом нету. Куда идти-то? Был бы сейчас стрим, вы бы мне подсказали, куда лучше зайти. Давайте вот сюда вот зайдем, да? Давайте сюда зайдем, посмотрим, что из этого у нас выйдет. Надеюсь, все будет хорошо, и я снова смогу... раскидать эту команду. Потому что второй герой вообще там ни о чемышный. Поэтому... То есть вот она мощная, а второй герой прям вообще... А, нет, наоборот. Наоборот, она у нас слабая, да? И она прячется все время, слушайте. Ну ладно, хорошо, давай вот так вот. Нам с тобой надо распрощаться, и тогда у нас будет... Окей. Вот так вот. Суровая, суровая. Пока она, по крайней мере, много урона не наносит, что хорошо. Окей, согласен. Все, у нее уже жизни не осталось. Ну, в общем, нормально все. Отлично. Мостик почти сделала. Молодец. Я так уже не могу, я старенький. Ну что ж, я молодец. Принес дополнительные очки нашему клану. И заодно... А это как за ПВП засчитали? Смотрите.
А битва кланов засчитывается как за ПВП. Ничего себе, я не знал, честно сказать. Прикольно. То есть далее забрать награду, ежедневную награду за участие в ПВП, хотя мы участвовали в битве кланов. Вот так, оказывается, оно работает. На сдачу забрали гранату и не осталось вообще ничего. Ну что ж, и на этом точно данное видео завершается. Всем огромное спасибо за просмотр. Успейте активировать код, который будет действовать еще несколько дней. И до следующих видео или стримов. Всем пока!